рот мне хвост. Прямо как начало космической Одиссеи. Добро пожаловать в астральное измерение, Звездный храм. Мы телепортировались? О, нет, вы по-прежнему все там, со мной. Просто я слила ваше сознание. Чего слила? Я не давал добро, девица. Ей не нужно согласие. У нее на все, я почти уверена, то судьба всей галактики все. Вот только не надо дуться, божество ты наше. Вся эта история твоих золотых рук дело. И как это вообще понимать? Я думал, этот мужик поможет нам вылечить Дракса. Помощь и причина порой пересекаются. Мантис, ты делал это раньше? Мантис? А? Прости, отвлеклась. Ты такая милая, когда слюни пускаешь. Я же просила не смотреть на меня во сне. Народ? Это что, Дракс? Я есть Грут. Нам нужно покопаться у Дракса в голове. В прямом смысле. Зеленый злюка где-то там. Отыщите его и убедите вернуться в реальный мир. Мантис, надеюсь, ты сейчас скажешь, что мы должны идти на свет. Почти наверняка. Вы должны добраться до самой сердцевины обещания Дракса. Так глубоко, что я этого еще ни разу не видела. Если ты не видела, то ни в одном будущем этого не происходит. Надеюсь, что нет. Главное, не останавливайтесь. Если связь прервется, слушайтесь Амома Волкмана. Это она про тебя. Очевидно. Ого. Дракса? В моем было как-то повеселее. Это только его преддверие. Бедняжка застрял в нем, вновь и вновь переживая утрату семьи. Скорбь по семье снедает всего спутника. Можно подумать, ты в этом что-нибудь смыслишь. Достаточно. Дракс это все сам вырыл? На надгробиях надписи Ховат и Камария. Ты можешь прочитать этот бред? Познавшему правду подвластно понимание. Я есть Грут. Я есть Грут. Ты умеешь говорить по-грутски? Вот теперь меня уже ничем не удивишь. А вот и наша уволень. Это было просто. Это лишь его эхо пушистик. Часть бедного злюки не прекратит копать, пока не смирится с тем, что именно он закапывает. Вы ведь тоже это слышите, да? Нет. Танос. Ловите его! Следуй за ним, пиздачок! Я не знаю, что дальше будет! Что-то тут как-то высоковато. Думаю, здесь это не важно. Дама вперед? Старший, по званию. Надеюсь, там внизу что-нибудь мягкое! Дракс? Это не Дракс. Танос. Что, Гамора, дальше будут трогательные сцены? Ну, наконец-то. Я надеюсь, вы так же готовы, как и я. Он и крут. Что-то не так. Законы земель застланы злом. Какого? Ладно, это что-то новенькое. Так ведь раньше не было, да? Будь их двое, я бы это запомнила. Больше уродов, больше цели! Народ! Он в шоке! Черт. Навали! Эй, Златовласка! Помочь не хочешь? Вы противостоите призраку по рождению паники и битвы. Какими темпами нас скоро в кольцо возьмут? Первыми спухами пробьем! С точки зрения Дракса, это скорее всего там и есть. Вы повторяете ошибку бедного злюки. Вам не продвинуться, пока вы не отступите. Судьба сулит страдания. Да что это лопута вам?
меня так, парень! Настя говорила, будет проход! Если надо убить его, это затянется! Судьба сулит страдания! Надо бороться, отнять тот бред! Могу! Питер? Чак, эй, что тут происходит? Это почему я видеть? О. Эй, а мы все еще живы? Мантис, мне кажется, мы сделали что-то, но я не вижу Дракса. Мантис! Предсказательница не поможет. Здесь злые земли нас не звали. О, супер! Ничуть не страшно. Стойте! Погоди, у меня сбил. Дракс, подожди! Это нечестно! Такое чувство, что нам намеренно мешают добраться до Дракса. Дракс, дружище, постой! Последователь пустоголовых. Я слышу тебя, сын. Просто бежит в партии, подготовленный противник. Есть идеи получше, выкладывай. Я что-нибудь придумал. Лево сведем, Меня видно? Ты только разглагольствуй. Эй, почему ты первый? Потому что я твой папа. Ты опять играла в мамином саду? Я охотилась. Носом в землю? Нет, я гналась. Я просто не успела. Лишь глупцы рвутся вперед. Охотник выждет, улучит момент. Дракс! Папа? Ты чего? Дракс, Камария, пора домой. Какого габуна? Да, зверек. Мама ждет. Искуситель изворотливый, выпусти на волю! Вот это твоя страна, Ос. Это еще что? Варенье тени, истребите источник, покуда я прокладываю. Они выходят из этих гнезд. Нас к Драксу. Вы видели вместилище его воли? Та черная штука. В
моем обещании тоже было что-то похожее. Это ж... жена Дракса. Я так думаю. Ховард. Значит, это его дом. Не спешили вы что-то? Только глупцы спешат. Любимый, идем же в дом. Дракс, брат! Глупо говорить с глухим. Не лезь, хорошо? Я разберусь. Да брось, бугай! Я знаю, ты слышишь. Не ходите за мной. Мы теряем его. Ты забыл меня? Звездный борт, помнишь? Мы все здесь. Ты сможешь побороть это, Дракс. Давай, здоровяк, не оставляй меня с Квиллом. Я есть Грут. Дракс, ужин стынет. Смирись, это не Ховард. Как бы ты ни хотел. Ты не знаешь, о чем просишь. Вот черт! На 5:25. Ясно! Найти и уничтожить, как и в прошлый раз! Вас пытается прикрыться! Спешите! Через все шансы! Адамса благодарить! Я думал, мне конец! Твой выход, Камор! Сейчас устрою! Ты недоделима! Откуда порождение порки противится, барьер болит! Процессия! Хватай их! Питер! Ты можешь подпишись с этими тронами! Этого тоже бросьте в банку! Мы над этим работаем! Обещания тут не наблюдается. Это эхо эпох. Пространство пустоты. Ни слова не понял. Шаман не доделал. Ладно, народ, рассредотачиваемся и ищем выход. Или вход. Ну, короче, что-нибудь. Умру в темной яме, проиграю пари. Пари было про один в темной яме. И если оба умрем, мне денег не видно. Дракс! Ну же, дружище, я знаю, ты меня слышишь. Это уже не смешно! Знаю, тебя обуревают темные мысли. Буквально! Но мы не сдадимся. Просто намекни, куда нам идти. Да, смотрите. Поверить не могу, у тебя получилось. Пошли. Он еще не совсем потерян. Я в этом уверен. Надеюсь, что по части речей ты сегодня в ударе. И я на это Зачем вам все это? Забудьте обо мне. Доверься нам, Дракс. Мы хотим помочь. Уничтожив мой дом? Наивное неведение. Просто позор мне принят. Сгинь ты, Шекспир. Мы сами тут. Да брось. И ты будешь торчать в этой дыре? Я бы сошел вглубь Сардута, чтобы быть с моей семьей. Дракс, милый,
Пора за стол. Слушай, я не спорю. Сними твое сердце. Они для меня важнее всего. Моя Ховат была самой отважной спутницей на свете. Она была сам мир даже в военную пору. Моя Камария. Невинная лань Камария. Девочка была так хрупка, хоть взяла все лучшее от нас. Они обе были. Питер Квилл, если моей семьи нет, что это передо мной? Не знаю. Они не живые. Это не к добру. Наваждение нам, питаемое печалью. Без этого, с чем я останусь? Я не хочу быть снова один. Ты не один, Рок. Мы с тобой. Мы все теряли близких. Тебе станет легче, если окружишь себя друзьями. Я есть Грут. Грут изъяснился слащаво. Сделай вид, что я перевел это. Мы команда. Папа, все хорошо? Иди к нам, Дракс. Это не она. Тебе больно, папа? Не молчи, милый. Мы с вами многое успели. Я ни о чем не сожалею. И чтить я буду вас всегда. Ну что, здоровяк, порядок? Я в здравом уме, благодаря вам. Но я должен извиниться за свою оплошность. Эй, ничего ты не должен. Мы все не безгрешны. Это типа наша фишка. Что ты помнишь? Тьма сгущалась с каждой ложью, которую я принимал. Пока я оставался с семьей, уверенность в том, что я не уйду, укрепилась. Питер Квилл. Твое дитя в беде. Теперь я знаю, что это за боль. Мрак может поглотить ее полностью. Я не допущу. Действуем осторожно. На пути к ней целая толпа обращенных. Еще ботва-то черная. Объясните мне, как небритый бродяга не подавился, когда ее слопал? А вы заметили сходство между ними? Она доля души.
Идем. Эй, Златовласка! Может, объясни, что тут только что произошло? Время вышло, ваше ведение второстепенно. Можно я в него стреляну? Ну, пожалуйста! Я есть груд? Тот раз не считается. Послушай, все мы сейчас в одной лодке, и драка предстоит нешуточная. Нельзя недооценивать неприятеля. Вообразите величие витающего в потьмах всемогущества. Кстати, о тьме. Я страдал, стремясь искать смысл силы, но на меня наткнулся Рейкин. Соратники и старатели страдали недугом, но, к несчастью, легко лечим. Корабль с больной командой случайно натыкается на того, кто может их вылечить. Соединились страдания и спасения, симптомы средства. Передо мной преклонялись, превозносили и почитали. Мы уже поняли, к чему все идет. Я еще не понял, к чему все идет. Сейчас будет самое страшное. Покуда паства преклонялась предо мной, я опознал невероятное наслаждение. Исия сказала: слабые слуги и их поклонение, жалкие жертвы для насыщения. Высокомерие вызвало вожделение, позорная потребность по прозвищу Магус. И что же ей было нужно? Полнейшее подчинение. Я тоже слышал ее голос и уже не мог слышать ничего преклонение, другого. Преклонение, унижение, слепой веры, поглощение. Я же говорила, это самое страшное. Стихия скверная, созданная семенем силы. Как камень души деградации достигнул, вознамерился вырвать виновника. Вырвать? Но как? Рейкер разработал механизм. Из моего мозга машина заберет зерно зла и изгонит исток искажения. Ты позволил Рейкеру похитить твои сверхспособности. Потом он поступил подло, но в большой беде был ближе брата. Он обещал отделить святое от скверны и извести искажение из источника исцеления. Ну да, но куда отделить? Рейкер прекрасно понимал, на что идет. Он мастер-марионеточник, морочит, манипулирует. Тьфу! Вот теперь и я заразился. На заблудшего злиться зря. Опасный опыт обоих почти погубил. Тогда как ты объяснишь, что твой кореш загробастал себе этот камень и теперь прибирает к рукам всю галактику? Не могу. Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос. Когда я отверг свое обещание, я очутился в обещании Ники. Там была Карел. Она пыталась мне что-то показать. Тому, что показывает обещание, верить нельзя. Это было не то же самое, я это почувствовал. Мы с ней перенеслись в зону, и она показала мне этого Магуса. Я видел, как он оплел Ники и... видел, как он убил Кара. Ты сам себя слышишь? Как она могла тебе что-то показать, если была уже мертва? Вполне возможно. Ее сущность цепилась с камнем души, с дочерью. Да, она так и сказала, что они втроем как-то связаны. Сказала, что Ники должна смириться с ее смертью. Магус мучает ее, манипулирует мыслями, питается последовательно. И кажется, ему все мало. Он никогда не насытится. Вберет в себя всю вселенную. Это какой же нужен план, чтобы его остановить? Причем план нам нужен как можно скорее, а то уже светает. Магус манипулирует матриархом. Питается поклонение. Следует сломить их связь. Так значит, Ники что-то типа главного вампира? Если исцелить ее, это освободит всех остальных? Да что ж ты сразу не сказал? Так, шаг первый. Отыскать Ники. Шаг второй. Убедить ее, что мамочку оживить не получится. Шаг третий. Забрать у нее камень и надрать задницу этому Магусу. Удивительная уверенность в успехе. Да уж, Квилл у нас мистер Позитив. Прям до тошноты.
Для колдуна камень и каналы кандалы. Если он слился с ее сознанием, разделив, рискуем разрушить разум ребенка. Мы этого не допустим. Не хочу вас обламывать, но как именно мы собираемся найти девчонку? В каком смысле? Какого? Вот вмять. А, вмять. Захватили кору. Перемещаясь куда угодно, они обратят любого.